Привет, вы на канале Полюшка Плюшка, и сегодня я вам покажу, как делать мячик антистресс. Нам понадобится обычный шарик, я взяла с картинкой, надо, ну, с интонации. Если у вас просто обычный мячик, шарик, вы возьмите маркер, и я вам расскажу, что с ним делать. Желтым шариком, как у меня сейчас, вот, посмотрите, у меня же мордочка есть. Если у вас есть тоже мордочка, значит, вам маркер не понадобится. У меня вот мордочка. Я выбрала в магазине такую счастливую. Шарик обычный, короче. Воронка. Ленточки. Ложечка, ну, или тонкая трубочка. И вот такую вот три ложечки муки. Я эту баночку с мукой, три ложечки, купила в магазине. Продаю в магазине за 10 рублей три чайных ложечки. Вот. Баночка от роллов, как вы видите. Не знаю, почему там много таких баночек от роллов. Когда их покупают, заказывают, все съедают, все роллы. А потом нам подсовывают. Ну, в общем, вот такие вот баночки. Давайте приступим. Возьмем шарик, воронку и одеваем. Я вот так вот одеваю. Вот, я одела. Берем и открываем нашу муку и высыпаем всю. Если она у вас просто так не пропихивается, возьмите трубочку и вот прям начинайте ее пропихивать. Ребятки, представьте себе, мне не хватило муки, хотя написано в рецепте, что нужно 3 ложечки. Я сходила в магазин и купила еще баночку. Здесь вот расходится. Я высыплю сначала чуть-чуть. Может, у него террариум дома и какой-нибудь большой аквариум?